Привет! Сегодня расскажу о том, как получить доступ к своему смартфону на операционной системе Android из любой точки мира через любой веб-браузер, либо через другой мобильный телефон с любой операционной системой. То есть, установив приложение на ваш смартфон, одно единственное, можно будет потом, зная пароль, вам подключиться к своему смартфону из любой точки мира и увидеть, что происходит на экране телефона, изменить настройки, посмотреть файлы, включить камеру и получить изображение с камеры, включить микрофон и получить изображение и звук с микрофона удаленно в другом браузере, либо на другом телефоне прослушать. Также можно будет узнать местоположение вашего телефона из любой точки мира через другой браузер, зайдя всего лишь в интернет. Для этого давайте сначала возьмем ваш телефон, на который вы хотите в последующем просматривать и управлять, и зайдем в Google Play, Play Market. И вам нужно скачать приложение Air Droid удаленный доступ и файлы. Давайте я сразу вместе с вами пропишу Air. Air Droid. Прописываете в поиске такими же английскими символами, как пишу я, нажимаете Enter, и нам нужно скачать именно. Тут в поиске будет много приложений, нам нужно скачать именно приложение AirDroid, удаленный доступ и файлы от компании Send Studio. Нажимаем его, нажимаем скачивать, установить. У меня уже приложение скачано и установлено, поэтому я нажимаю просто открыть. После того, как вы откроете, приложение у вас появится окно настроек, нужно будет завести аккаунт, делается довольно быстро. У вас появится такое окно, вы вводите email адрес, пароль вводите от вашего аккаунта. Обращу внимание, сделайте пароль хороший, сложный, но запоминающийся пароль. С помощью этого пароля и этого email адреса вы будете получать доступ к своему смартфону. Сделали, еще раз вводите пароль, придумываете какой-нибудь ник, нажимаете зарегистрировать. Далее вас просят, вам предлагают отправить письмо с подтверждением на этот электронный адрес. Нажимаете «Подтвердить сейчас». После этого идете, заходите в свою почту, которую вы указали, и ищите там письмо от AirDroid. И находите там вот такой код. Его нужно будет скопировать и вставить сюда. Нажимаете «Подтвердить». И после этого вам предложат ввести, какие разрешения вы позволяете доступ к каким разрешениям. То есть это местоположение, в случае, если вы хотите отслеживать местоположение своего смартфона, камера, аудио. В принципе, устанавливайте все параметры, которые вы хотите управлять на своем смартфоне. Позже это можно будет изменить. Вот вы зашли в приложение «Безопасность и удаленный доступ». Вот, и выбираете, ставите вот эти галочки «Is off» – это выключено, в «On» – это включено, файлы. Также можно легко копировать файлы через веб-интерфейс к себе на телефон и из телефона на компьютер, с которого вы вошли, либо на другом телефоне. Также доступ к камере. К экрану можно получить рабочий стол на веб-интерфейсе. То есть устанавливайте галочки там, где какие параметры вы хотите контролировать. После того, как вы настроили это приложение, сворачивайте его. Оно у вас запущено в фоне здесь. И заходите в любой браузер удаленно, либо на телефоне, либо на компьютере. Рядом с вашим телефоном или с другого города или с другой страны заходите в любой браузер и вводите
такой адрес web.airdroid.com и нажимаете, переходите по этому адресу. Перейдя по этому адресу, у вас появляется такое окно. Вы должны ввести email адрес свой и ввести пароль, который вы вводили. Ввели пароль, нажимаете «Войти». Идет подключение через веб-интерфейс к вашему мобильному телефону. И вот вы зашли. Здесь вы можете посмотреть информацию о телефоне своем. Сколько контактов на вашем телефоне, какая модель телефона, сколько сообщений, какие установлены приложения. Посмотреть список всех приложений. Сколько музыки, сколько видео, сколько изображений на вашем смартфоне, какие изображения, сколько памяти осталось и доступно. Сфотка. Также вы сможете посмотреть журнал. У меня тут просто нет сейчас исходящих, входящих. Но здесь будет исходящий, входящий, то есть полностью журнал, сообщение то же самое. Можете посмотреть, почитать, удалить. Также есть такая функция. Можно еще камеру, но для этого нужен платный доступ. Можно получить изображение с вашей камеры и аудио. Посмотреть, какие есть рингтоны на вашем телефоне, это бесплатно. Местоположение можно узнать. И еще одна очень интересная функция. Вы можете зайти, нажав на эту иконку, это будет управление, то есть отзеркаливание вашего рабочего стола в веб-интерфейсе. То есть, как видите, все, что здесь нажимается, и полностью здесь видно, что происходит. Также можете и в обратное. Здесь нажали, здесь изменилось. Здесь нажали, здесь изменилось. То есть, если кто-то будет в WhatsApp с вашего телефона сидеть, здесь будет все видно. У меня сейчас WhatsApp не заполнен, но вот, пожалуйста, вы все видите. Также такой же точно интерфейс можно запустить и на другом, как вы понимаете, смартфоне. И причем не важно, с какой операционной системой он будет. То есть, если для установки того приложения, куда вы будете устанавливать, на какой телефон, за которым вы хотите следить, важно, чтобы был Android, потому что приложение конкретно это на Android, то с чего вы будете смотреть, абсолютно не важно. Это может быть компьютер любой, любой телефон, любая операционная система. На этом все. Надеюсь, вы будете использовать это приложение с пользой и не нарушая ничьих конфиденциальных данных, а точнее следить только за своим телефоном в целях безопасности. Если видео было полезным, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. В общем, знаете, что делать. Еще будет много подобных и других разных интересных видео. Обязательно следите за каналом. На этом все. Всем спасибо. Пока.